Начинайте, Игорь Тихонович. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Достойно есть, якого истину блажите, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего, истину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую сущую, Богородицу тебя родящаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради пречистой Твоя Матери, силы честного животворящего креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благи сии человека любит. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитву святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блаже, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвеял меня, Иси Господи, ум мой просвети и сердце уснем, и отверзи во еже пети Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоя благость и долготерпение, не прогнелся на меня ленивый и грешно, не погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбцел и все обычно,
и в нечаянии лежащего возил мне, если воеже утрите славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господа со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на Него. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос,
по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие в щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня, но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торт мне от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане плещающему. Особенно же, потружу для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое, не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанию твоего смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя страстей, ибо я убог и несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, бо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством.
Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителя и сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священного Иоакима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засима, Липи, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта Франциска Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, Господи. Смири власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя, Господи Боже наш. Слава Тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, и непосильных искушений. И защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, обрати нас, ставь. Болящую Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. И пришли добрые жители с детьми, любящими, уставы Твои, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И побуди всех на проповеди Евангелия, и найди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Русика. И даруй добрую веру во Христа Иисуса, Самире, Тимуру, дабы не верили лжепророкам. Спаси, помилуй Александра, Александра, Сергея, Сергея, Екатерину, Екатерину, Галину. Всех заповедавших нам молиться о них. И воззри на угрозы врагов, их клеветы. Останови, Господи, злодейство сие, и примири их с нами, если угодно Тебе. И в судный день не помяни их безумие, не дай им погибнуть. Посети наши благодетели, воздай им добром всей жизни и будущей. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия. И отступников найди, Господи. Не дай им закоснеть в беззаконии и отступлении. Николая, Михаила, Александра, Юлию. И благослови Максима. Мещи его сердце ко всем делам. Аллилуйя. И от пьянства избавлю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра потерянного, найди, Господи, Игоря. Слава Тебе, Боже наш, путешествующих Раису, Льва и Виктора. И все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Будь милостив к нам, Владыка. Услыши молитву нашу об усопших. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы.
Простим всякое согрешение, вольное и невольное. Душам нашим полезное сотвори. Посети болящих. Дай силу перенести страдания, не возроптать. И пошли им исцеление Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алевтину, Нину, Татьяну, Татьяну, Надежду, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу нам. Аллилуйя! Господи, защити и сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Вячеслава и содружество его. И найди Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя и страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Воздай вечности всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Марию, Степана, Александра, Михаила и Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии, бывших с нами. Благослови их, Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. И каждому дару уже Илье, Сергею, Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, вы, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы,
Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин Философ, Космай Демьян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. И даруй веру добрую Вениамину, Анфиму, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий и Прем Сирин, Антоний Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере, а замыслы еретиков разрушь, развей и в ничто преврати, обрати их к святой истинной Церкви Православной. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприян и Устина. Молите Бога, она да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды Светланы, Людмилы и Анны, и прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Мы молим Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, Ты во Всевышних, единый и вечный Бог, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву и исполни ее о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и да слышит раб Твой. Поступила рано утром сегодня просьба, где-то около 12 часов дня наша сестра Нина будет вроде бы здесь, в Павловске, в Алтайском крае. Что там, я не понял, как будто какой-то фестиваль православный. Она набирает с собой Евангелие, чтобы там раздавать и свидетельствовать о людях. Господи, благослови сестру нашу Нину и найди новые души. Приведи их к покаянию, к осознанию своей вины.
Только ты знаешь, кому и в какое время обратиться, и кто будет вписан в книгу жизни. Хвала тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Аминь. Подсчитаю все, сколько упустил от детей. За болячки. Такое обращение за свои болячки. Вышли в постели. И она ничего не имеет. Она ни конкретные сейчас, ни подарки не получила. А ты десятки раз такие тоже. Поляжешь, поставишь. Маленько себя осознали. Ближе. Девчонка где-то там у своих комиссий. Такой праздник Рождество. Загнали ее туда. Володя пришел к тете. Забрал еще не дотянул. Чуть-чуть тогда, все, от меня все проще. Царство небесное закрыло мне все. И даже нужды нет. Она сама получилась, как будто не хочу рано вставать и ходить на ногу. Я хочу дать. Слушай внимательно, никуда не уходи. Вчера сверху делал, и один вопрос из коммунизма. Вроде я его не начитывал. Вот этот. В всяком случае, я не нашел его у себя. Так, судя по тексту, незнакомый он мне. Давай, читай его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 30, вопрос 4037. Можно ли было как-то избежать гонений при советской власти? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Назначенное Господом Богом никто не может отменить. Но уж столько же было ошибок сделано церковным руководством во главе с патриархом. О какой защите храмов и ценностей церковных можно было говорить, если уже все сроки долготерпения Божия окончились? Их не нужно было иметь, а если уж они были, то нужно было бы давно раздать бедным. Цитата. Январь 1918 года послужил началом ряда жестоких убийств представителей духовенства в таком же разбойничьем порядке, как и убийство митрополита Владимира. 31 марта патриарх Тихон в сослужении 4 архиереев и многочисленного духовенства служил торжественную панихиду об упокоении
цитата, «рабов Божиих за веру и церковь православную убиенных». Кроме митрополита Владимира, поминали 14 убитых священников, цитата, «и многих священного, иноческого и мирского чина, их же имена ты, Господи, веси». Конец цитаты. Как пишет отец Владимир Руссак, цитата, «лишь в 1923 году принят уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Самосуд и гулял по Советской России до середины 1919 года под штыком кого угодно». Конец цитаты. В 1919 году эти самосуды, цитата, перешли в руки состоявших на месячном жаловании членов чрезвычайных комиссий, ЧК, чрезвычайка. Конец цитаты. Введенский очень правильно определил сущность декрета о лишении церкви всяких прав. Цитата. Декрет этот истекал из самых основных принципов Конституции РСФСР. Советское строительство полагается исключительно на свои человеческие силы. Цитата. «Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Это есть торжество гуманизма в точном смысле слова. Человеческое противопоставляется божескому. Человек не спровергает Бога. Бесчинства против церкви начались ранее издания декрета об религии. Члены собора, побывав в своих епархиях, на святках уже были свидетелями начала гонения. После послания патриарха Тихона на соборе было оглашено донесение настоятеля Александра Невской лавры, епископа Прокопия, о том, что им получено распоряжение народных комиссаров о реквизации лавры. Выслушивается также доклад о захвате синодальной типографии. Протоиерей Б. Реквизиции. Не вижу, где. А выше, наверное. А вот, все, реквизиции лавры, да? Угу. Так, заново. Члены собора, побывав в своих епархиях на святках, уже были свидетелями начала гонения. После падения патриарха Тихона на соборе было оглашено... Еще не так. Послание. Слово послание и падение. Ну, это совершенно разные слова. Так. Еще раз. Грех как мучает. После послания патриарха Тихона на соборе было оглашено донесение настоятеля Александра Невской лавры епископа Прокопия о том, что им получено распоряжение народных комиссаров о реквизации лавры. Выслушивается также доклад о реквизиции. Тут ты, Господи помилуй. Еще раз, третий. После послания патриарха Тихона на соборе было оглашено донесение настоятеля Александра Невской лавры епископа Прокопия о том, что им получено распоряжение народных комиссаров о реквизиции лавры. Выслушивается также доклад о захвате синодальной типографии. Протоиерей П. Сербинов доложил об обысках у архиепископа Димитрия в Симферополе, об убийствах, об осквернении церкви в архиерейском доме. Священник Владимир Востоков по поводу разных подобных сообщений заметил, цитата, «в этом зале слишком много было сказано о переживаемых ужасах, и если все их перечислить и описать,
то можно было бы наполнить этот огромный зал книгами. Конец цитаты. Отец Владимир Русак посвятил особую главу первого тома книги «Свидетельство обвинения» таким убийством. Приведу оттуда некоторые примеры. Уже в первые месяцы после революции в царском селе убит протоиерей Иоанн Кочуров. В Александро-Невской лавре 19 января 1918 года красногвардейцами убит священник Петр Скипетров. Кончина отца Петра – это одно из начальных событий, происшедших в эти дни в столичной лавре. На Смоленском кладбище лежат 40 священников, закопанных живьем. В Елабуге в квартиру протоиерея Павла Дернова ворвались ночью 15 красногвардейцев и увели 3 его сыновей. А через несколько минут увели и отца. На рассвете стало известно, что юноши находятся под арестом в исполнительном комитете, а отца Павла не могли разыскать. Оказалось, что он был расстрелян на заре. Труп его хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не допустили этого. Родные поехали в революционный штаб хлопотать об освобождении юношей. Когда юноши узнали об убийстве отца, один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели за город и расстреляли. Следующая глава в первом томе отца Владимира Русака называется «Аресты». Она повествует о бесчисленных нападениях на епископов и священников Русской Православной Церкви со стороны советской власти и мужестве, с которым отвечали им пастыри и паства. Шло время, а вместе с ним неудержимо росли списки жертв безбожников. На Всероссийском соборе, естественно, начали беспокоиться о безопасности самого патриарха. Вместе с тем возникал допрос о тех последствиях, какие могли Не допрос, вопрос. Вопрос, он считает допрос. Но это же разные слова совсем. Вместе с тем возникал вопрос о тех последствиях, какие могли явиться для церкви в случае его неожиданной кончины. Явилась мысль, что на этот случай надо иметь список иерархов, которые временно могли бы заменить главу церкви. А для того, чтобы они не были устранены безбожниками заранее, пришли к заключению, что список этот должен быть тайным. 17 февраля, по старому стилю, 7 февраля, по старому стилю, 25 января 1918 года, в день убийства митрополита Владимира, собор постановил: на случай болезни, смерти и других печальных для патриарха возможностей предложить ему избрать нескольких блюстителей патриаршего престола, которые в порядке старшинства и будут блюсти власть патриарха и преемствовать ему. До наступления времени, когда надо было бы осуществлять это определение об избрании соответствующих лиц, патриарх осведомлял только их самих, а собору докладывал, что данное ему поручение исполнено. Для многих впоследствии удивительно было, что в числе своих преемников патриарх указал будущего митрополита Петра, который в момент избрания был только служащим синода, не имея никакого священного сана. Но, как пишет Регельсон, цитата: «Именно благодаря необычайной своей судьбе он оказался единственным...» избранником патриарха. Фактически же избранником собора по доверию к патриарху, оставленным на свободе к моменту смерти патриарха Тихона. Трудно даже предположить, как сложилась бы и без того трагическая судьба русской церкви, если бы не мудрый замысел собора
и патриарха не был осуществлен в жизни. Лев Регельсон, ссылаясь на Тобольские епархиальные ведомости, подводить неполные итоги гонения на церковь в течение последних 8 месяцев Тут, наверное, мягкий знак лишний, так понимаю. Лев Регельсон, ссылаясь на Тобольские епархиальные ведомости, подводит неполные итоги гонения на церковь в течение последних 8 месяцев 1918 года. Убито митрополитов 1, Киевский Владимир, архиереев 1, священников 102, диаконов 154, монахов и монахинь 94, закрыто 94 церкви и 26 монастырей. Осквернено 14 храмов и 9 часовен. Подвергнуты тюремному заключению за контрреволюционность 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 игуменов. Но это было только начало. 8-го по старому стилю 21 июля 1919 года патриарх издал послание, призывая паству к терпению и отказу от каких-либо актов мести в отношении гонителей. Одно за другим следует гонение, сыпятся стеснительные для церкви постановления советской власти. Между тем, уже после прихода коммунистов к власти, Всероссийский собор все-таки продолжал обсуждать вопрос об отношении церкви к государству, приготовляя целый законопроект для учредительного собрания даже после его разгона. В заседании 13 ноября 1917 года было принято принципиальное постановление принять положение, в силу которого Православная Церковь России должна быть в союзе с государством, но под условием своего свободного внутреннего самоопределения. Доклады и речи на соборе часто содержали много исторических данных и ценных принципиальных суждений по вопросу об отношениях церкви и государства. Наряду суждений, свидетельствующих о том, что члены собора долго не могли освоиться с фактом, что к власти пришли заклятые враги всякой религии, раздавались и речи, предупреждавшие о грядущих испытаниях. 13 ноября 1917 года В.И. Зеленцов предупреждал, что, цитата, «государство будет жить и издавать законы, какие ему вздумается, ведь оно не захочет считаться с природой церкви. Мы должны ожидать целого ряда законов, которые будут вредны для церкви». Конец цитаты. И того же 13 ноября 1917 года докладчик профессор С.Н. Булгаков настойчиво защищал проект закона о церкви и принимается статья 7. Цитата. «Глава русского государства, министры исповеданий и народного просвещения и товарищи их должны быть православными». Разгон учредительного собрания и декреты Совета народных комиссаров показали всю тщетность этой большой работы для того времени. Однако, большая эрудиция и высказанные при этом глубокие суждения многих членов собора могут еще оказаться полезными в будущем, если бы в России произошел переворот и ее возглавила бы другая власть. Но выработавшийся Всероссийским собором законопроект в 1917 году уже звучал утопией. А.А. Шишкин с полным основанием ставит вопрос. Почему же соборное большинство, зная об атеистической природе новой власти, выразило свое пожелание о союзе церкви с государством, при котором в союзе государство материально поддерживает церковь, дает ей свободу действий и свободно позволяет ей идейно и нравственно воспитывать людей в духе
противно устремлениям этой власти. Шишкин правильно указывает в качестве одной из причин ожидания учредительного собрания, а другой – надежду на то, что коммунисты недолго останутся у власти. Во всяком случае, декрет об отделении церкви от государства окончательно вывел наружу неизбежный конфликт. Ни собор, ни патриарх не могли безмолвно принять полного бесправия церкви. В ряде определений собор высказал эту точку зрения. 27 января собор принимает воззвание к православному народу по поводу советских декретов. Это воззвание есть обличение врагов веры и призыв к защите святынь. Цитата. «Эти святыни – ваше достояние», – писал собор. «Ваши благочестивые предки и вы создали и украсили храмы Божии и посвятили это имущество Богу. Священнослужители при них только духовная стража, которым эти святыни вверены на хранение. Но пришло время, когда и вы, православные, должны обратиться в неусыпных сторожей и защитников, ибо правители народные хотят отнять у православного народа это Божие достояние, даже не спрашивая вас, как вы к этому относитесь. Оберегайте же и защищайте веками созданное лучшее украшение земли русской, храмы Божии. Не пустите перейти им в дерзкие и нечистые руки неверующих. Не попустите совершиться этому страшному кощунству и святотатству». Собор понимал, что фактически это был призыв к мученичеству за веру. Он писал далее. «Мужайся же, Русь святая, иди на свою Голгофу». 15-го, по старому стилю, 28 февраля 1918 года за номером 65 было опубликовано постановление патриарха и священного синода с указанием, как надо поступать пастырям и мирянам для защиты церкви и ее учреждений. Даются там указания и относительно отлучения восстающих на святую церковь и захватывающих церковное достояние. Не признавая юридической силы за декретами об отобрании церковного имущества, собор 20 апреля принял положение, цитата, «о православном приходе», приходской устав, которое, как бы игнорируя советские декреты, признает приход собственником и распорядителем приходского имущества. За два дня до этого собор издал определение с подробным указанием ряда мероприятий, вызываемых гонением на православную церковь. Это определение свидетельствует о том, что уже стали появляться слабые духом. Оно говорит о, цитата, «некоторых епископах, клириках, монашествующих и мирянах, не покоряющихся и противящихся церковной власти и обращающихся в делах церковных к враждебному церкви гражданскому начальству и навлекающих через то на церковь, ее служителей, ее чад и достояния многообразные беды». Конец цитаты. Столь смело выступая против врагов веры, собор, однако, пробовал и договориться с ними о некотором модус вивенди. 15-го, по старому стилю, 28 марта, Всероссийский собор выслушал доклад комиссии, которая была направлена к Ленину для переговоров с народными комиссарами. Ленина ей видеть не удалось. Приняли делегацию комиссар по страховому делу Елизаров, представитель комиссариата юстиции Гурский и управляющий делами народных комиссаров Бонч-Бруевич. Комиссию собора возглавил А.Д. Самарин. Кроме него, в ней было еще 6 человек, в том числе присяжный, поверенный Н.Д. Кузнецов и 2 крестьянина, Иудин и Мальгин.
Самарин начал заявление, что комиссия пришла, цитата, «чтобы от имени православного русского народа сказать комиссарам слово правды о их распоряжениях». Он закончил словами, цитата, «и если для вас безразлична судьба православной церкви, которая участвовала в самом строении государства и целые века составляла для него основу религиозной и нравственной жизни, то да будет ведомо вам, что религиозное успокоение 100 миллионов православного русского населения без сомнения необходимое и для государственного блага может быть достигнуто не иначе, как отменой всех распоряжений, посягающих на жизнь и свободу церкви». Трудно сказать, насколько авторитетны были комиссары, принявшие делегацию. На декрете об отделении церкви от государства нет подписи Елизарова. Только Бонч-Бруевич, как управляющий делами Совета народных комиссаров, относился к высшему управлению и скрепил подписи под декретом. Во всяком случае, комиссары говорили с соборной делегацией в необычной для коммунистов мягкой форме. Кузнецов докладывал собору, что разговор с представителями народных комиссаров на него произвел лучшее впечатление, чем разговор с Керенским в октябре 1917 года. Елизаров откровенно заметил, что при составлении декрета не был выслушан голос церкви, и действительно в декрете есть неясности и ошибки, требующие разъяснения и исправления. Кузнецов отмечал, что, цитата, «представители народных комиссаров приветствовали первую встречу с делегацией собора. Они выразили надежду, что путем сношений может быть выяснено много недоразумений и исправлены ошибки, от которых Совет народных комиссаров не считает себя застрахованным. Для таких сношений, конечно, должна быть найдена почва, и таковую народные комиссары, цитата, усматривают в принципах отделения церкви от государства и свободы совести, от которых они уже не могут отступить». Кузнецов, который, как говорил мне митрополит Анастасий, позднее был инициатором попыток найти недостойный компромисс с советской властью, в заключение своего доклада свидетельствовал, что народные комиссары, цитата, «по-видимому, готовы идти навстречу разрешению разных недоразумений и исправлению ошибок, связанных с изданием декрета, и даже разъяснить декрет, как они выражаются». Комиссары были вежливы, они не проявляли арогантности, столь обычной большевикам. Они уделили делегации много времени. По словам Малыгина, делегация засиделась до 2 часов ночи. Однако они не сделали никаких уступок, кроме согласия разговаривать. Собор уполномочил соборный совет выработать дальнейшие мероприятия. Но никаких реальных последствий от этой встречи не было. Борьба продолжалась. Церковь действовала через новую организацию приходов и их объединения. Устраивались крестные ходы, но одновременно и наступления на церковь стали делаться более планомерными и энергичными по мере роста и укрепления нового правительственного аппарата. Важным новым моментом явилось издание 24 августа 1918 года Народным комиссариатом юстиции инструкции, цитата, «о порядке проведения в жизнь отделения церкви от государства и школы от церкви». Как пишет Шишкин, этим был положен конец правотворчеству местным государственным органам, государственных органов в решении ими вопроса об отношении церкви. Отныне началось планомерное, по единой системе, осуществление декрета СНК от 23 января. Для проведения декрета в жизнь были созданы специальные органы. При комиссариате юстиции был создан 8-й отдел, отдел по проведению декрета об отделении церкви от государства. Несмотря на разработанную инструкцию и конкретный план, принятый комиссариатом юстиции,
Осуществление ее задержалось на целый год. Отчасти это объясняется гражданской войной, а отчасти неподготовленностью государственного аппарата. Эта задержка помогла успеху борьбы против церкви, до некоторой степени усыпляя активность верующих. Однако в этом периоде было много жестоких нападений на архипастырей, священников, церкви и монастыри. Много таких случаев проявления героизма и мученических смертей собрано в труде Валентинова «Черная книга». В мягкой форме Шишкин признает жестокости начавшегося преследования, стараясь найти им какое-то оправдание. Цитата. «Давая объективную оценку церковному движению, сопровождавшемуся кровавыми эксцессами, — пишет он, — нельзя не сказать о том, что в известной степени размах и острота этого движения в некоторых городах зависела от местных органов власти. Некоторые совдепы не вполне продуманно и последовательно реализовали декрет на местах, нередко проявляли ненужную торопливость и решительность. Более того, они применяли иногда и излишние репрессии по отношению к священнослужителям. Работники местных органов власти, члены комиссий по учету церковного имущества и красноармейцы охраны иногда проявляли грубость по отношению к церковнослужителям и верующих, нередко оскорбляя их религиозные чувства». Конец цитаты. Веденский, возлагая, как и Шишкин, ответственность за это не столько на коммунистические органы власти, сколько на патриарха и синод, пишет, что призыв их защищать церковь имел последствием, согласно статистическим данным, 1414 кровавых столкновений с советской властью. Наконец, голод в Поволжье дал коммунистам новое оружие в борьбе против церкви. Изъятие ценностей из храмов, давно уже намечено и имеющее основание в декрете об отделении церкви от государства, стали производиться, ссылаясь на необходимость срочной помощи голодающим. Между тем, исполнение соборных определений о защите святынь делало ревнителей веры преступниками в глазах гражданского закона. Начались аресты и процессы по обвинению их в этом преступлении. Особенную известность приобрел открытый суд над митрополитом Петроградским Вениамином со смертным приговором ему и его сотрудникам. По-видимому, петроградские власти первоначально не были вполне осведомлены о целях операции изъятия церковных ценностей и принимали за чистую монету официальный повод для нее, то есть помощь голодающим. Они вошли в соглашение с митрополитом Вениамином, по которому церковь сама передавала ценности для помощи голодающим. В разных газетах были напечатаны сообщения об этом соглашении в тоне благоприятном для митрополита и духовенства. Но затем были получены инструкции из Москвы, и обстановка коренным образом переменилась. Представителям митрополита было объявлено, что вне всякого соглашения ценностей будут изъяты без разбора, как принадлежащие государству имущества. Однако и после этого митрополит Вениамин возобновил переговоры с властями, и было достигнуто новое соглашение. Самое существенное в нем было то, что верующим предоставлялось заменять подлежащие изъятию церковные предметы другим равноценным имуществом. Это соглашение было опять отменено. Посланцам митрополита было весьма сухо объявлено, что ни о каких пожертвованиях, ни о каком участии представителей верующих в контроле не может быть и речи. Церковные ценности будут изъяты в формальном порядке. Остается лишь условиться о дне и часе, когда духовенство должно будет передать власти, цитата, «принадлежащее государству имущество». На новое заявление митрополита со ссылкой на прежнее соглашение уже не последовало ответа. Создавшийся кризис послужил удобным поводом для возбуждения раскола и ослабления церкви.
Возбудителями его должны были послужить уже ранее упоминавшиеся нами деятели обновленческого направления. Титлинов после восстановления патриаршества, отказавшийся от звания члена Всероссийского собора в марте 1918 года, основал в Петрограде новый орган печати – воскресную газету «Правда Божия». Газета выступала против анафематствования советской власти и призывала к примирению с нею. Вместе с тем оживились притаившиеся было священники обновленческого направления. И вот в то время, когда прервались переговоры митрополита Вениамина с представителями власти, эти лица выступили в качестве посредников. 24 марта в Петроградской правде появилось письмо за подписью 12 лиц, в числе которых были будущие столпы живой церкви, священники Красницкий, Веденский, Белков, Боярский и другие. Авторы письма защищали мероприятия советского правительства и отмежевывались от остального духовенства. Письмо вызвало возмущение последнего, что было ярко высказано на собрании духовенства. Веденский произнес наглую и угрожающую речь. Митрополит постарался успокоить собрание, чтобы предотвратить кровавые столкновения. Было решено вступить в новые переговоры с властями, и вести их было поручено Веденскому и Боярскому. Ими вновь было достигнуто соглашение с властями, напечатанное в «Правде» в начале апреля. Приобретая какой-то вес благодаря достигнутому успеху и наладив связи с советскими властями, группа обновленцев приступила уже к захвату власти во всей церкви, пользуясь тем, что острый кризис создался и у патриарха в Москве. Поводом послужил все тот же вопрос об отношении к советской власти и изъятию церковных святынь. 22 апреля, по старому стилю 5 мая, 1922 года, находившийся под домашним арестом, патриарх был вызван в суд по делу о церковных ценностях. В суде патриарх, в желании помочь обвиняемым, всю ответственность принимал на себя. Он находился под арестом и в то время, когда якобы состоялось постановление Синода об упразднении высшего церковного управления за границей. Теперь при более новых данных можно поставить под вопрос, действительно ли в то время состоялось какое-либо определение об упразднении высшего церковного управления за границей, не говоря уже о том, насколько оно могло быть свободным. Обращает на себя внимание, что в книге Регельсона оба события приводятся на той же 285 странице за той же датой. В данный момент мы не останавливаемся на значении этого факта. Во всяком случае ясно, что находясь у советской власти под арестом, патриарх был лишен всякой свободы. Еще осенью 1921 года группа в кавычках «прогрессивного» петроградского духовенства подала в высшие церковные инстанции доклад с решительным протестом против политики патриарха Тихона. Весной 1922 года по инициативе той же группы возникла уже и организация под именем «Живой церкви», которую возглавил Центральный комитет в лице священников В.Д. Красницкого, Е.К. Белкова и С.В. Калиновского. А. Левитин и В. Шавров в интересной статье «Очерки по истории русской церковной смуты» пишут, цитата, «Самый термин «центральный комитет» отнюдь не был случайностью. Как популярно объяснял священник Евгений Белков, первоначальный сторонник живой церкви, взаимоотношения между высшим церковным управлением ВЦУ и центральным комитетом группы «Живая церковь» были аналогичны между взаимоотношениями в ЦИК и ЦК РКП. Что касается самой группы «Живая церковь», то она, по мысли организатора, должна была играть роль авангарда обновленческого движения. Главным деятелем в этой группе был тогда С.В. Калиновский, первый составитель проекта для создания учреждения
с функциями, подобными тем, которые теперь имеет уполномоченный по делам Православной Церкви Кураедов. Впоследствии руководящее положение занял другой основатель живой церкви, священник В.Д. Красницкий, приятель главного гонителя православной иерархии в 20-х годах, чекиста Е.А. Тучкова. Патриарха Тихона и верных ему чад церкви теснили с одной стороны обновленцы, а с другой гражданская власть, которая открыто покровительствовала последним. Положение стало особенно трагическим в мае 1922 года, когда в связи с вопросом об изъятии церковных ценностей патриарх Тихон, митрополит Вениамин и много епископов были преданы суду и арестованы. Создалась обстановка, в которой открылась возможность действовать петроградской группе обновленцев. Делегация петроградской группы была допущена к арестованному патриарху. Скрывая от него свои истинные намерения и прикрываясь якобы заботой о церкви, делегация докладывала ему о наступившей в церкви анархии. Они сообщали, что патриаршее управление совершенно лишено возможности функционировать и фактически закрыто. Профессор Титлинов, старавшийся описать все происходившее тогда в облагороженном виде, пишет: «Патриарх согласился на предъявленное ему требование о сложении себя управления церковью, написав резолюцию о передаче власти до созыва собора одному из старейших иерархов, митрополитам Ярославскому и Петроградскому». Самый же процесс передачи дел он поручил той самой группе духовенства, которая к нему явилась. Но инициаторы церковной оппозиции не удовлетворились такой ролью, продолжает Титлинов, а пошли дальше. Они образовали из себя временную церковную власть и затем уже вошли в переговоры с названными патриархом-заместителями, предложив им свои условия. Надо еще отметить, что заявление делегации патриарху внешне носило характер лояльности. Стараясь обмануть его, они писали: «Ввиду устранения вашего святейшества от управления церковью, впредь до созыва собора и передачи власти одному из старейших иерархов, фактически церковь осталась без всякого управления. Это чрезвычайно губительно отражается на участи общецерковной жизни Московской епархии, порождая этим чрезвычайное смущение умов. Мы, ниже подписавшиеся, и спросили разрешения у государственной власти на открытие и функционирование канцелярии вашего святейшества. Настоящим мы, сыновни, и спрашиваем благословения вашего святейшества на это, дабы не продолжалась пагубная обстановка в делах управления церковью. По приезде вашего заместителя он тотчас вступит в исполнение своих обязанностей». Конец цитаты. Сам патриарх в послании 15 июля 1923 года писал, что явившаяся к нему группа из трех священников, цитата, «под видом забот о благе церкви, подала ему выше приведенное заявление и далее сообщал», цитата, «мы уступили их домогательствам и положили на их заявление следующую резолюцию», цитата, «поручается по именованным ниже лицам, то есть подписавшим заявление священникам, принять и передать высокопреосвященному Агафангелу по приезде его в Москву синодские дела при участии секретаря Нумерова». Еще за два дня до этой резолюции, 16 мая 1922 года, патриарх уже послал грамоту митрополиту Агафангелу, вызывая его в Москву для временного возглавления церковного управления до созыва собора. Он писал: «На это имеется согласие гражданской власти, а потому благоволите прибыть в Москву без промедления». Однако присутствие митрополита Агафангела могло помешать планам захвата власти обновленцами, с которыми он не соглашался сотрудничать. Поэтому данное патриарху согласие гражданских властей оказалось отмененным. Митрополит не смог выехать из Ярославля в Москву.
Между тем обновленцы воспользовались резолюцией патриарха, чтобы фактически овладеть церковной властью. Ради этого они притворялись лояльными при посещении его в заключении. Гражданская власть не скрывала своей помощи обновленцам для захвата ими власти. Это особенно ярко и беззастенчиво проявилось в Петрограде. Группа священников, уполномоченных только содействовать передаче патриарших дел митрополиту Агафангелу, сама себя в тот же вечер переименовала в Высшее церковное управление и самочинно присвоила себе высшую административную власть в Русской Церкви. Перевезенный в Донской монастырь, патриарх Тихон был как бы исключен из церковной жизни. Казалось, что обновленцы окончательно захватили власть над Русской Церковью. Это отразилось прежде всего на образе действий церковных деятелей, авантюристического характера и вообще людей, не способных отдавать жизнь за твердые и дорогие им принципы. Такие люди, помимо избранного ими направления, тщательно берегут свое самолюбие и личные интересы. Они являются противоположностью убежденных в истине исповедников, готовых на любые страдания ради истины. Высокая цель объединяет таких людей в готовность к самопожертвованию. Обновленческое движение 20-х годов соединило людей первого рода. Поэтому неудивительно, что с самого начала между наиболее способными из них возникли трения личного характера, подрывавшие их единство и с самого начала поделившие их на менее крайних обновленцев и безудержных реформаторов, называемых живоцерковниками. В своих реформах они шли так далеко, что в нарушение древних правил и вопреки всем поместным церквам ввели женатый епископат, в том числе второбрачный. Иначе говоря, обновленчество скоро вылилось в особую форму протестантского движения восточного обряда. Оно не имело никакой опоры в народе и оставило свой след в последующем развитии событий лишь как некоторый образец для советчиков выработки ультрапокорных советской власти иерархов, укрепившихся до ныне в Московской патриархии. Мы поэтому не будем долго останавливаться на периоде захвата власти в Русской Церкви обновленцами во время пленения патриарха Тихона, как на печальном эпизоде в истории нашей Церкви в течение примерно года с небольшим до его освобождения и заточения. Возглавлял Церковь этот период, но не имея возможности ей управлять, митрополит Ярославский Агафангел, человек твердых принципов. В своем послании от 5 по старому стилю 18 июня 1922 года митрополит Агафангел объяснял, цитата, «Во имя святого послушания и по долгу моей архиерейской присяги я предполагал немедленно вступить в отправление возложенного на меня служения церкви и поспешить в Москву. Но вопреки моей воле по обстоятельствам от меня независимым, я лишен возможности отправиться на место служения. Между тем, как мне официально известно, явились в Москве иные люди и встали у кормила правления Русской Церковью. От кого и какие полномочия получили они, мне совершенно неизвестно, а потому я считаю принятую ими на себя власть и деяния их незаконными. Они объявили о своем намерении пересмотреть догматы и нравоучения нашей православной веры, священные каноны святых вселенских соборов, православные богослужебные уставы, данные великими подвижниками христианского благочестия, и организовали новую, именуемую ими «Живую Церковь». Таким образом, митрополит Агафангел не был в состоянии организовать управление Церковью. Но он сделал единственное, что было в его силах при создавшейся обстановке. 5 по старому стилю, 18 июня 1922 года, он разослал послание о том, что временно принял на себя возглавление церкви. Не имея в своем распоряжении никакого административного аппарата, он предоставил
самые широкие полномочия епархиальным архиереям, применяя принцип постановления Святейшего Патриарха, Священного Синода и Высшего Церковного Совета от 7 по старому стилю 20 ноября 1920 года за номером 362, которая предусматривала порядок жизни Церкви в случае полного расстройства центральной церковной власти. То, что митрополит Агафангел не прибыл сразу в Москву по зову патриарха, у осведомленных людей вызвало недоумение. В книге Левитина и Шаврова дается ему объяснение, цитата: «В течение месяца велись секретные переговоры между Тучковым и митрополитом Агафангелом. Е.А. Тучков, которая ВЦУ считала своей главной опорой в переговорах с митрополитом, выражал желание как можно скорее отделаться от этого несолидного учреждения и поддержать его. Однако и от Агафангела ожидался ряд уступок, на которые он не соглашался. После месячных переговоров, видя, что дело не сходит с мертвой точки, митрополит Агафангел, неожиданно уже не спрашивая Тучкова, обратился к русской церкви с воззванием, напечатанным в какой-то подпольной типографии и очень быстро разошедшимся по Москве и другим городам. Это выступление митрополита Агафангела было неожиданным для Тучкова и очень обеспокоило обновленцев, надеявшихся, что с канонической церковной властью дело покончено. Митрополит Агафангел был немедленно арестован и вместо переезда в Москву был сослан на Римский край. Однако он и патриарх уже указали путь для верных епископов и чад церкви. В процессе их борьбы с обновленцами в разных местах стали образовываться автокефальные епархии. Нелегко проходило внедрение обновленчества даже там, где оно зародилось, в Петрограде. Веденский, вернувшийся из Москвы после захвата церковного управления, явился к митрополиту Вениамину и объявил ему о создании нового управления и назначение его, Веденского, делегатом от этого управления по Петроградской епархии. Митрополит его за это отлучил от церкви. Постановление его было напечатано в газетах и вызвало ярость коммунистов. Через несколько дней к митрополиту явился Веденский в сопровождении бывшего председателя Петроградской ЧК и петроградского коменданта Бакаева. Они предъявили митрополиту ультиматум: либо он отменит свое постановление о Веденском, либо против него и ряда духовных лиц будет создан процесс в связи с изъятием ценностей, в результате которого погибнет и он, и близкие к нему люди. Митрополит ответил категорическим отказом. Как известно, угроза эта была приведена в исполнение. Он был судим и приговорен к смерти, потому что стоял поперек пути гражданской власти в ее начинаниях в деле образования революционной обновленческой церкви. Титлинов при всем желании не мог скрывать того, что обновленческое высшее церковное управление захватило власть антиканонически, в революционном порядке. Несомненно, писал он, что группа, которая образовала высшее церковное управление после отречения патриарха Тихона, полномочий на то от патриарха не имела. Патриарх поручил ей только посредническую роль передачи дел, а отсюда до передачи власти очень далеко. Деятели живой церкви взяли власть сами, в порядке революционном, внеканоническом и, если угодно, антиканоническом. Епископ Григорий Граббе. Книга пророка Даниила 11.44. «Выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих». Одна глава, вернее даже стих из Библии, Священного Писания, все перетянет. О, как взъярится псих, что мы с такими вылезли весами! А это то же самое, как если сравнить пытаться Бога и творение. Об этом даже мыслить неуместно, выслушивать какие такие басни-бредни. Что скажет Бог и что уже сказал, одно лишь это пусть интересует. Все остальное – это как вокзал, где гомон мошкары, летящие в суе.
И потому учите всех и вся вникать в библейские высказывания Бога. Благоухающие строки оросят здесь серебро и злато высшей пробы. Что Пушкин, Достоевский, Солженицын и прочие не худшие писаки, они мешали плевелы с пшеницей, настаивали на своем привычной сапой. Необожженные глаголом Иеговы, они старались, тужились, стремились сказать по заковыристи, в основе не слово Божие вложили, мысль маститы. Смотри по результатам писанины. Ах, сколько же газет, журналов, книг не достигают цели. Мимо, мимо, одно гнилье, где только не копни. Не заблудись, душа, средь круговерти, подстроенной масонской подворотней. Словам Христа преискренне поверим и ничего не проглаголать против. Слова божественные, панцирь и броня, во свете Библии рассматривать все чтиво, рожденные от Бога те слова хранят, и в победителях всегда и всем на диво. 17 октября 2008 года, Игнатий Лапкин. Вот к этому хотелось добавить. Поминался Владимир Русак, его три книги. Свидетельство обвинения, они у меня вот рядом на полке висят. Я их могу показать. Я у него жил там, под Нью-Йорком. Несколько дней ночевал. Из Джарда, он меня из, кажется, Нью-Йорка привез на машине, он с сестрой ехал в Жарданвиль. Я кое-где в воспоминаниях показываю. Диакон. Ну, пока он сидел, жена вышла за другого замуж. Видимо, он ее любил. И она, когда он вернулся, как подробности не знаю, но то, что он решил ее вернуть. Хотя это не одобряется церковью. Иеремия 3 глава говорит, не развратится ли вся земля, но это его право. И как только он ее взял обратно, сан с него был снят. И вот тогда, там, прочитав свидетельство обвинения, не все, я увидел нигде ни слова нету о слове Библия и Христос. И вот здесь сейчас что читали, такие грамотные, такие знатоки, вот это церковные жертвопожертвования, обвешанные иконы жемчугом и золотом, все пошло сатане. А говорить нельзя было об этом. Но я не знаю, был ли кто, чтобы говорил людям об этом. Ну, смысл-то? Патриарх издал указ защищать церковные ценности. И что? За 1000 перевалило эксцессов. А эксцесс это не один человек выступал, а приходят красноармейцы и выступают, ну, православные братья, это же село, большой город. Значит, речь доходила до драки. Эти-то с оружием, сразу начиналась стрельба, тут же расстреливали их. Почему патриарх не издал такое послание, которое я сейчас скажу, ко всем чадам Русской Православной Церкви? Мы признаем, что эту 1000 лет мы вели людей, не сверяясь со Святой Библией. Каемся. Возмездие пришло от нашего Бога. Мы благодарим Его. И отныне мы говорим, пусть каждый имеет Библию, храните ее, Евангелие, чтобы не попало в руки врагов. Размножайте, переписывайте. Уйдите из церкви и больше не заходите в эти храмы. Ибо написано, народ Божий ежедневно собирался по домам. Всю Россию не перестреляют. Свидетелями Христа будьте. Учите людей любить Христа Иисуса. То есть то, что говорили первые христиане. Почему такое послание патриарх-то не сказал? Почему ни один митрополит, тайный и явный, которых он заместителями оставил, а все, власть, власть, власть. Слово «власть» церкви нигде в Библии нету. У церкви одна власть – страдать.
через кровь, мучение и огонь восходить на небо. Они что, ни одного рожденного свыше не было? Они драконили эту власть, а власть-то пришла не для того, чтобы играть. Ленин сказал, грош цена той власти, которая не может защитить себя. Вот она и защищала, пока не пришел Михаил Сергеевич Горбачев и положил конец ее власти. И вот здесь ни одного, нигде есть тайные такие книжечки, издаются, подпольные, священники, которые были, епископы, ни один нигде не призвал к благовестию о Христе, что делали первые христиане. Взяли бы за эпиграф Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. При входе в наш храм это надпись. Надпись около креста, который у нас на прихожей, не вверху крыши, а при входе в тамбуре. Рассеявшиеся не жаловаться властям, не мстить, не убивать, а научиться плакать. И молиться, и благовествовать. Вот они там сослались на 100 миллионов православного народа. Ну, к 100 миллионам-то могли обратиться. Но из 100-то миллионов хотя бы один-то миллион послушал за их. Но если не миллион, то тысяча. Но не миллион, да хотя бы 100. Ну, не 100, но хотя бы один. Ответ ни одного. Но если патриарх не сказал, да если были возрожденные души, они сказали, наступил момент, как пишет Никифоров Волгин. Священники некоторые понимали и пошли, и весь их престол, все антиминцы, все в рюкзаке. Но дальше идет речь только о том, как служить. Богу служить. Служить – это значит править богослужение. Арестованные, сосланные, они там, на нижнем этаже, самом отверженном среди заключенных, а там 3-4 было этажа в бараках, они там находили клюкву где-то, давили ее, чтобы совершить литургию. Считаешь и думаешь, ну неужели это правда? Правда. И они сознают, да, так и было. Где о какой литургии говорили апостолы, будучи гонимые? Из города в город. Павла побивают, за ноги вытаскивают. Пускай вытаскивают 57 тысяч священников. Они все взойдут на небо. Пускай каждый монастырь, а их было 1275, это не 2, пусть выставят хотя бы по одному монаху, а их там не по одному было, а сотни, нигде ни слова нету. То есть от веры Христовой, от водительства Духом Святым ушли так далеко, что даже сегодня я вот говорю, и кто-то если услышит, он зубами будет скрежетать на меня. Главное – мощи, антиминс, мощи. А теперь сами мощами стали. И главное, уже все, уже окончательно кончено. Они все до одного как слепые. А может, недолго советская власть пробудет. Еще год пробыла. Осталось 71 год. Все перевымрет. И те, которые церковь гнали, они пойдут под расстрел своей же властью. Которые уцелеют, пойдут в войну. Комиссары пойдут в плен и там сдохнут. Как говорил Солженицын, скопытятся все. Но нам-то что от этого польза? Мы о них должны поскорбеть. Об этих сдохших, как скотина без покаяния. А если бы пошли тогда в 18 году, да 100-то миллионов-то нет, конечно. Ну, 100-то человек нашлось бы. В миллион ошибся раз. Ну, давайте поправку сделаем. Или я говорил, один я остался, оказалось 7 тысяч. Ну, разделить на 7 тысяч, 100 миллионов-то. Ну, и все равно же это много. Ни одного. И даже подпольные, которые пишут воспоминания своих, которые окормляли, как они говорят, отравляли. Окормлять, значит, отравлять, переедать. И там нигде ни слова нету о том, что я сейчас говорю. Почему мне, не имеющего никакого гуманитарного образования, ни духовного, почему мне это понятно до боли, до слез? И понятно было не сегодня, когда я 57 лет уже... Если... Телефон выключите, Игнатий Тихонович. Это вражина.